В начале выпуска трагичные новости. В субботу в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 11-летняя девочка. Получив тяжкие телесные повреждения под колесами грузового автомобиля, девочка скончалась в реанимационном отделении Ахинской центральной районной больницы. 25 января текущего года в 15 часов 55 минут напротив дома номер 21 по улице Советской в городе Аха водитель, управляя грузовым автомобилем Ивека, двигаясь с востока на запад, совершил наезд на пешехода несовершеннолетнюю девочку 11 лет, которая выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Была госпитализирована в реанимационное отделение Ахинской центральной районной больницы, где позднее от полученных травм скончалась. В настоящее время по факту данного происшествия ведется следствие. Госавтоинспекция обращается к нашим уважаемым родителям. Постоянно напоминайте детям о строгом соблюдении правил дорожного движения. Учите их быть внимательными, осторожными и дисциплинированными на улице. Запрещайте детям играть вблизи дороги. Это опасно для их жизни. Не оставайтесь равнодушными к тем детям, которые нарушают правила дорожного движения. Только строгий контроль каждого взрослого над каждым ребенком – личный положительный пример. Залог того, что дети не станут жертвами дорожно-транспортных происшествий.